Бурятии мобильные группы продолжают проверять общепит, магазины, общественный транспорт и гостиницы. По последнему пункту работают отдельные группы. Они контролируют соблюдение антиковидных мер на туристических объектах. Задача мобильной группы – это прежде всего проверить гостиницы, как они соблюдают антиковидные меры. С момента начала рабочей мобильной группы с 24 мая было проверено 273 объекта. Меры профилактики нашей гостиницы включают дезинфекцию, влажную уборку каждые 2 часа, проветривание. Также мы измеряем температуру сотрудников и гостей, выдаем маски и перчатки. Включаем рециркулятор, как вы видите, антисептик для рук. Мы очень заботимся о здоровье наших гостей и сотрудников. В первую очередь у нас проводится ежедневная влажная уборка каждый час. Затем каждый час мы проветриваем помещение. Каждый день производится влажная уборка номеров. Также мы фиксируем температуру постояльцев, температуру персонала. В гостиницах также требуется соблюдение термометрии и особого дезинфекционного режима. Напомним, для заселения в те же отели или гостевые дома посетителям требуются справки о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.